Привет, это Дава Дым и это Сад Лаунж. И сегодня у нас будет выпуск Бруска. Это пиздато. Что у нас? Это Бруска, и да, это не чай. Это у нас полноценный табачный продукт. Как вы видите, большую часть вкусов я уже выкурил. Соответственно, могу спокойно назвать это хуйней, либо не хуйней. Там уже как пойдет. Давайте с ним знакомиться, давайте все это рассказывать. Вообще, компания Бруска, ну, красавчики. Учитывая их масштаб выставки, учитывая их лимонады и прочие такие субпродукты, да, почему для меня это субпродукты? Потому что для меня основной продукт бренда – это что-то курительное. Все остальное – это суббренды. И тут компания Бруска очень плавненько делает что? Делает табачный лист. Вот так вот выглядят баночки, и они отличаются от бестабачной смеси. И это очень здорово. По вкусам здесь тоже очень много, но почти все вкусы, моновкусы. Я думаю, это идеально для первого дропа. Ну, почти. Здесь есть лимон с лаймом. По тональности это два, в принципе, схожих вкуса, но можно считать ведь за моновкус. Апельсин. Просто сочненько, просто вкусно, просто оранж. Прям шикарно. Десерт с корицей. Тоже крайне рекомендую. Не из попсовых вкусов. Корица мягкая, приятная. На этом, я думаю, мы закончим говорить про какие-то вкусы. Я лишь сказал то, что мне прям пиздец как закатило из всего этого бокса, из тех вкусов, которые я прокурил. Теперь давайте подождем сам кальян, и я вам уже расскажу, что из себя представляет табачная смесь от Бруска. Ага. По дымности это выше всех похвал однозначно. Вы просто на это посмотрите, как в старые добрые времена. Что же касается фракции, она шикарная. Я лишь не хочу расхваливать Бруска, у меня с Бруска нет никаких партнерок, каких-то взаимоотношений, каких-то взаимодействий. Но я не ожидал, что Бруска будет настолько хорошим. Я знаю, у Бруска хорошая чайная смесь, это круто, но чтобы ребята так шикарно замахнулись на табак, это просто шикарно. Что касается крепости, она средняя. Моментами прыгает, то есть если один вкус у нас получается такой, знаете, прям вот чуть крепче даже, чем Dark Side и поприятнее накуривает, то следующий вкус может быть чуть легче, чем Dark Side, и уже не так круто накуривать. Но при этом брать среднестатистическую крепость, то она ровно посерединке и вот как положено. И я еще раз вам скажу про дымность. Поставлю я лайк табаку Бруску однозначно, потому что это очень-очень шикарно. Ну и что еще хотелось бы сказать, что Dark Side-то немного приелся. Оставлю этот бокс здесь в работе, в саду. Кто хочет его прокурить, я на сменочках здесь бываю. Пишите, и мы с вами его прокурим. Просто так прийти и попросить Бруску не получится, потому что его нет в ротации нашей кальянной, но он есть у меня. Поэтому если ты попросишь меня, я тебе его забью. Всем пока, это Бруска, это Сад Лаунж.